Он погиб, ударившись об его задницу. Нет! Как такое вообще происходит в этом мире? Так только что фартануло в предыдущей, ну, позапрошлой попытке. А теперь... Ой, наконец-то! Фух, все, спасибо, два сердца, я погнал. Ай-яй-яй-яй. Как можно было перелететь огромнейшую такую платформу и упасть своей задницей прямо в огонь? Какой-то секретик. Прям агент 007. Лазеры. Вилки. Ну, наверное, все-таки лазеры больше к агенту 007. Вилки как-то не так. Арриба! Ха-ха-ха! Заколол он меня вилкой. Чё за блин? Чё за ситуэйшн? Кошмар, утонул. Thank you.
Неплохой результат, но одну малютку все же я пропустил. Цель — морская змея. Что-то интересное будет в этом раунде. Ага, полет на комаре. Я думал, может, какой-то забег или босс, ну... Окей. Что у нас тут будет происходить? Там перчина скончалась просто в тарелке с похлебкой с какой-то. А это еще не конец. Тут, наверное, нам еще предстоит и битва еще с боссом. Ай, мне казалось, я тут хитер и уже его почти победил, а вот и нет. Ну, вроде как лампы, да, на нем нужно эти разбивать. Вроде от него начали отпадать запчасти. Лопнул, как моч... как мыльный пузырь. Ха-ха-ха-ха.
причуды зимней рыбалки. Следующий уровень. Ой, да тут еще прям... Еще вау-вау-вау. Еще 4. Я думал, вот что вот этот, наверное, ну, последний будет. А оказывается, нет. Нам еще бежать и бежать. Я не знаю, почему он не допрыгнул, какой нужно было делать прыжок, тут немного мне пока что непонятно. Я, конечно, надеюсь, что со второго раза получится допрыгнуть, но есть подозрение, что нет. Что вообще там непонятно было. Вот, куда прыгать? Как прыгать? Может, там нужно немного подождать, чтобы отвалился кусок. Скалы, и потом... сделать прыжок, а нет. Ёпперсете. Ай-яй-яй-яй-яй! И все по новой. Почему у меня нет... Я вниз давлю там максимально, он почему-то поатакует вправо. Не должно быть такого, но окей. Ладно, это тут... Просто пальцы уже болят именно давить курсор в правильном направлении, а игра заколебала просто этого не делать. Я помню, еще на третьей Соньке у меня были тоже претензии вот с этими забегами. А там у меня платина, друзья, и поверьте мне, я переигрывал тут, и я знаю, о чем я говорю. Получи. В общем, там очень много раз переигрывал, и действительно были нюансы.